И мы приехали в столовую, называется «Восточная», кафе «Восточная». Вот здесь вот такие вот цены, смотрите. Выход за 100 грамм, как она сказала. Вот хачапури по-аджарски, пицца, окрошка. Сейчас затравим сервячка и пойдем дальше играть. Так, в общем, смотрите, что тут есть. Ну, это столовая. Но мне ее советовали, говорят, очень неплохая. Что есть шурпа и всякое-всякое-всякое-всякое. Так, сейчас что-нибудь наберем. Мяско, это рыбка, наверное. Так, болоньезе. Мясо. Это что такое у нас? Баклажаны. Текс. Вон рыба. Гуля. В общем, все есть. Сейчас на порции. Еще один напиток. Салат, плов и 4 хинкала. Угу. 1344. Угу. 1300, да? Да. Ну, здесь тихо прям совсем. Тишина. Никого нет, странно. Ребята, ну что, давайте пробовать. Так, смотрите, порция такая большая. Вообще, я поняла. Да, порции, кстати, очень большие. Вот смотрите, взяли еще вот таких вот 4 хинкала. Вот, взяли такую вот интересную. Это что у нас? Солянка по-грузински. Зеленая какая-то. Все, давайте. Приятного нового аппетита. Это все горячие вот солянчики. Хороший салатик, да? Нет, да. Я не знаю. 1300 у нас вышло? 344. Мне эту кафешку посоветовали. Вообще, я так поняла, кафешки здесь только называются кафешками. В плане того, что цены здесь весьма не кафешечные. Mm-hmm. Честно, дорого. Mm-hmm. Это слово находится напротив ресторана. Ресторана «Ла Луна». Называется «Восточный кафе». Мне просто рассказывали. Ну, в принципе, нормально, неплохое место. Ну, в принципе, вон там есть и шашлычка. Шашлычка. Это неплохой суп. Здесь очень много лука. Мы просто были такие голодные. Смущает только то, что здесь нет людей. В принципе, вкусно. Я думаю, здесь люди днем были. Но хинкали у нас жареные. Ты съешь суп, пока теплый. Здесь прям лук. Нормально. Да. Угу. Как она острая, нет? Что будешь? Она острая? Нет, вообще не острая. Но жирная. Плов у Вовчика. Хинкали. Да, да. Ну, мы так еще пока присматриваемся. Не, не в плане того, что, конечно, мы здесь будем отмечать. Мы просто хотели покушать. Я надеялась, что не дорого. В принципе, не дорого. На двоих. Да, еды. Ну, может, как всегда. Берем по 3 блюда. Не церемонись. Да. Как тебе? Суп? Суп ничего. Знаешь, что-то я так устала после этого аквапарка. Я прям реально устала. Ты не устала. Ты расслабилась слишком. Слишком, да. Чересчур. У меня, в общем, почему-то заболела голова. Заболел затылок. Мне кажется, у меня просто давление поднялось. Ты бы не сауны, бы сразу в хамам. Да. Тебе нужно было в душ. Да. У тебя тоже. И чё? У меня тоже. Во. Нет, это... В общем, короче, да. Свинячий. Мама, хорошо. Как говорится, наедимся и помрем молодыми. Мы что-то сегодня вообще только вот позавтракали и все.
Все остальное время мы голодали. Да. Кстати, я понюхала. Пахнет неплохо. Но они жареные, так прям, по фритюре. Не вареные, а жареные. Ну, вареные. Они долго не могут храниться. Это называется кафе «Восточная кухня». Когда-то мне сказали, здесь был лагман. Вот лагман сейчас не тот. Вкусно. В принципе, мясо, звук. Я взяла себе сок из ежевики. И компот. Кукурузный. Сок. Красивенько было. Он, как всегда, блин, расставил. Некрасиво. Вам ничего не видно. Еще и туда. Ну да. Вот это я люблю. Ну да, салатик. Надо. Я себе взяла винегрет, волосы. Ты какой оливье себе взял, да? Да. Ну вот, что мне нравится, вот видите, салатик, он под пленочкой. Ну, это для того, чтобы он не заветрился. Ну, и это. Салатик. Вот так, потолку. Чтобы всякие мимо, чтобы, блин, нюхали тут. Давай, ну-ка, зырки. Так. Пробуем. Вкус у них как будто малосольный. Да. У меня получилось как это, карбонара. С грибами и курицу тоже с грибами. Это ж мы все пришли. Поэтому люди пошли. Трое. Честно скажу, так, по секрету, та столовка, которую на пляже, на мой вкус, она была вкусная. И потратили мы там как-то поменьше. Ничего. Здесь, в принципе, тоже вкусно. А мы там с пивом. Ну и что? А пиво там что-то пиво. А здесь нет пива, ничего. Ну, просто я говорю. Это который юг. В общем, короче, надо забить на название столовой и ходить просто в кафе. Они все называются кафе столовая. Угу. Если что. Типа по принципу, блин, русский человек не знает, что такое ресторан, а русский человек знает, что такое столовая. Нет, столовая значит дешево. Кафе уже подороже. Ресторан вообще дорого. Ну, я бы не сказала, что дешево. Просто по сравнению с Питером, мы там объедались, мы там ели на 500-600 рублей. Да? А иногда даже там на 400. Ну, там была советская кухня, а здесь восточная. Да нет. Хорошо, столовая юг. Ты там шашлык брал. Ну что, один кусочек. Так, а здесь у нас, кстати, курочка с грибами. Вот наша подписчица, которая посоветовала, сначала вермишель, потом вот эта столовая. Хочу сказать так, я не знаю, что стало с этими заведениями за время пандемии, но честно, так себе. Надо все-таки дойти вот этой, до этой вот, которую устрицы. Да, ну. А ты кажешь, что плотно, да? Да. Какой-то банк инвест. Слушай, а мне сказал, по-моему, по весу, да? Да. В общем, я когда попросила поменьше макарон, она сказала, это порция. Меньше порции они не могут класть. Ну, она же сказала по весу. По весу вот это. А, вот это? Да. А макароны? Макароны порция. 150 грамм.
меньше минимума. Очень-очень все жирно. А в Грузии так всегда. Там все жирно. Ну, не знаю. Надо было мне предъявить табличку. Тоже знал. Ты что, не знал, что вся восточная кухня жирная? Знал, да? Так, не хочу я эти макароны. Как максимум курицу съем. Макароны так съем. Ух ты, хорошо взяла. Взяла бы плохо и нормально. Ну, я хотел что-то попробовать другое. Чего? Не знаю. Что-нибудь. Я взял просто. Первое, да, второе и салат. Нет, десерт. И десерт, да? Курочка из мата, не пью кусочек. Не надо. Как тебе плов вкусный? Плов как плов. Нормальный? Сочный? Не сухой? Не сухой. Я взял классику. Что платье? Классику, да. Соляночку по-румынски. Плов. Я боюсь, может мне выпить все-таки таблеточку или нет? Где? У тебя есть она с собой? Нету. Что ты делаешь? А где ты еще сейчас возьмешь? А кто ты искать? Ну, в отель поехать. Охренеть. Все очень жирно. Ну просто прям безумно. Ну так это не диетично. Сто себе. Ну. Как тебе на будущее? Ну да. Чтоб я вас точно купняла жирно. Я зря набрала. А мы еще такие голодные. Так, ну что, давайте попробуем вот эти вот хинкалы. Хинкали. Сочные? Мяса много. Похоже на чебуреки. Наверное. Ну так мясо не подарили. Зеленью. Все как на люме. Я все выспался. Потому что ты неправильно ешь. Ну, наверное. По 60 рублей штучка. Да? А так везде 65 она. Прям экономия. Сосочку дай. А ты с чего взял? Клубничный? Малина. Просто попытку. Зови. Мы все равно снимаем. Что, нету смысла? Так, ну давай, хинкали. Включить.
принципе, ничего так. Короче, забей. Видай. Цинкально. Не знаю. Как-то тяжело с такой пищей. Ну да. Как у тебя? Ты глазами все съела. Да. Но все жирное оказалось. Тебе меньше надо было. Тебе надо было так же взять, как я. Ну да. В сути, тебе хватило бы двух вот этих химики хинкальных и супчика. Ладно. Ну ладно. Пофигу. Не, ну я же не буду тебя запихивать в эти макароны. Да. Дурацкие. Кислые какие-то. Честно, не советую. Деньги жалко. Потрачено. Не, да, вкусно. Не понравилось. Макароны не стоит брать. А что-то у вас источник, да. Ну, так все. Все-таки отсутствие людей – это показатель. Мне так кажется. Время позднее. Сейчас и все что? Идут в кафе, где шашлык, люля и вино. А мы, как всегда, с тобой следуем. Рискую жизнью. Вот так вот. Да, исследуем, рискую жизнью. Может быть, здесь днем очень много людей. Ну, в завтра не хорошо. Значит, много людей. Днем. Днем все по столу. Вечером все идут жрать мясо, пить вино. Здесь ну, вина нет. Вот я не знаю. Пусто. Ну, вот как-то так. Вот такая вот ресторан, она же столовая, вот. И честно, кафе. Кафе, да, восточное кафе. Вот думайте сами, решайте сами. Честно, вот, вот та вот столовая юг, которую мы были первые, вот, мне она понравилась. Там и вкусно, и цены нормальные. И там есть пиво. И плюс еще здесь на бирже. И там есть пиво разливное. Благодаря вот этому пиву там и идут люди. Ну, потому что русскому человеку надо выпить. Ну, это причем да. Так есть, просто не будет. Угу. Не, ну плюс смотри, мы с пивом взяли 1200. 1250. Без пива, 1300. Здесь восточный вкусный, а там обычно с пивом. Восточный вкусный, конечно, дороже. Да. Вот так вот. Она даже у нас это, дорогая. У нас зайди в это. Как же называется? Чепури и вино пар. Там бы цены такие, знаешь. Ладно, ребятки, все помню, всех целую. Пошли дальше исследовать. Не знаю, как-то мы сегодня устали, так после этого спа-центра. Но, честно, я устала. То есть как-то это напряжно. Вот, еще будем для вас, как говорится, не жалея живота своего, исследовать места. Вот такие дела. Всех любим, всех целуем. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.